отвечая на те вопросы, которые вы поставили, есть ли вмешательство областной исполнительной власти, да, деятельность местного самоуправления? Действительно, это вмешательство есть. Мы чувствуем это вмешательство с момента прихода главы области администрации. И даже заявление о том, что в городе два мэра, это тоже вмешательство во внутренние дела местного самоуправления. Хотя я глубоко убежден, что в городе есть один мэр, это Александр Сенкевич. Именно он обречен полномочиями, именно ему выполнять 42-ю статью закона про местное самоуправление, где написано, что только исключительно местный голова может выполнять те или иные функции. Естественно, вместе с этим местный голова обязан выполнять те задачи, решать те задачи, которые есть, и нести полную ответственность за это. Но кроме того, есть в 42-й статье закона про местное самоуправление пункт номер 1, где написано, местный голова зобов'язаний забезпечити виконання Конституції і законів України. І це з міського голови ніхто не знімає. Другий момент касательно совета. Ну так сложилось, что у меня есть глубокое убеждение, что на сегодняшний момент тот городской совет, который существует, он неэффективен, потому что каждый раз для решения важных для города проблем нужно идти на какой-то сговор, чем-то жертвовать, что-то уступать, кому-то кланяться и все остальное. Поэтому в таком варианте либо городской совет найдет в себе силы объединиться вокруг каких-то принципов и каких-то направлений, во имя которых он может остаться, либо его надо распускать. Но говорить о том, что он может самораспуститься, это ну, лукавство, потому что по закону про местное самоуправление самороспуск совета не предусмотрен. Есть возможность его распуска Верховной Радой, и написано, кто и что для этого должен сделать. Прежде всего, у главы облдержадминистрации есть право в случае наличия нарушения городским советом законов Украины, любых законов Украины, подать в Верховную Раду представление о распуске городского совета. Это может произойти. К несчастью, сегодня я лично знаю несколько нарушений закона городским советом при принятии городским советом решений.